Таиланде есть свое направление в ювелирном искусстве, так называемая народная тайская ювелирка, довольно интересная. Но здесь это у нас звездчатый сапфир с золотой звездой. Про них я уже много рассказывал, плюс здесь нет рисунка, видите, он просто чистый и все. Мне, например, не очень нравится, хотя они стоят дороже, чем те, которые с рисунком. Но вот само колечко достойно внимания, интересно, смотрите, вот это вот, это Гаруда. Гаруда – это аналог нашей птицы Феникс. То есть это птица-человек, которая везде летает, состоит из огня, делает добро и всех защищает. А Гаруда – юридический герой, присутствует даже на гербе Таиланда. И вот эта вот страшная рожа с бородой и зубами – это Лаху или Раху. Это демон, который съедает все зло внутри тебя и вокруг тебя. То есть, вот получается, здесь два раза повторяется Лаху, два раза повторяется Гаруда. Довольно интересная ситуация, что современные тайцы с образованием делают кольца... Извините, у меня тут мотороллер ездит. Делают кольца своими народными языческими героями. Это все равно, что мы бы делали колечки с птицами Феникс, домовыми, водяными и амуромцами. То есть, довольно занятная... Необычная традиция.